Остановка детская больница. А это у нас что такое? Прям за ухом. У нас рост гнойно-сетических заболеваний за последний месяц. Нетипичная картина по лейкоцитам и высокая температура. Я в одном журнале читал, иностранном. Там так описывают симптомы ВИЧ. Чего? Заражаются бомжи, наркоманы, проститутки, гомосексуалисты. Этих категорий у нас просто нет. В СССР СПИДу неоткуда взяться. Это не просто болезнь, это тихий убийца. Мы не готовы. Если вирус попадет в банк донорской крови, он заразит тысячи. Через них миллионы. Понимаешь, что это провокация? У нас есть шанс локализовать вспышку, только если мы приложим все усилия для выявления источника и круга его контактов. Не исключено, что в вашей больнице все дети инфицированы ВИЧ. Это-то есть лекарство? Лучшие ученые Советского Союза сейчас разрабатывают его, и я уверен, что они его найдут. Нулевой пациент. Скоро.